и технологии – вот тема сегодняшней встречи. И где высокие технологии? А для начала я хотел бы... Эй, это не мой заказ. Если я Миша же пойми, огнедышащий. А это ледяная вода. Он же послушай. Долго думал, Алибаба. Ты виноват. Ой, извините, мистер Мушу. Лес. Ой, извини. Дивный суп, ваше тридевячество. Тонируйте память. 2000 years later. Официант. Подойди сюда. Это брокколи. В первый и последний раз объясняю. Я тебе не вегетарианец. Все ясно, мистер Шархан. Ай! Дело уже пошло. Именно так. Я внедрил новую систему технологического обслуживания. Смотрите, все столики оснащены 2000 years later. Электронными экранами. Оголодавшие посетители выбирают по картинкам на экране то или иное блюдо. Надо подружиться. После чего симпатяги подручные помещают деликатес на поднос и относят его оголодавшему заказчику. Это полная защита от ошибок в духе Гуфи. Запеченная утка — это то, что надо. Аж дымится. Ух ты! Этих жуков мой желудок уважает! Вот оно счастье! Ты молодчина! Теперь ты уже не напортачит тут! Как можно напортачить, если меня отстранили? Ой, отстранили меня! Как приятно! Да, совсем не нужен я никому. Внимание! Прошу на экран мультяшку! Микки, Дональд и Гуфи в мультипликационном фильме «Диспетчер». Может, телефон поломан? Я и говорю, что вообще-то нужно думать об окружающем. Эйка, слышишь, я больше не Бедолага, буду. В цвете лет погиб. Постой, надо наведаться на телефонный узел. Пускай починят. Нажмите на красную кнопку. Добрый день. Привет, мы по поводу телефона. И спасибо, что зашли. Нажмите на кнопку 1. Благодарю. Теперь 4. Нажав на кнопку 4, вы дали понять, что хотели бы набрать цифру 2. Прошу вас. Поздравляю, вы нажали на кнопку 2. Нажмите еще раз. Повторное нажатие на кнопку 2 аннулирует все вызовы. До свидания. Эй, это вы велели нажать!
Добрый день, спасибо, что зашли. Нажмите на кнопку 1. Благодарю, теперь 4. Любезно прошу не водить нас за нос. Что, схлопотал? Дональд, ты что? Не надо схлопать! Мы же не сможем жать на кнопки! Добрый день, спасибо, что зашли. Нажмите на кнопку 1. Ой, он говорит, как тот домофон. Куда нажимать-то? Если вы частное лицо, войдите в дверь справа. Ну вот, уже кое-что. Идемте. По вопросам обслуживания пройдите в кабинет S. И Маклю мало голобола. На своем языке вы это услышите в кабинете Е. Кабинет Е не обслуживается. Просим пройти в кабинет Б. Ознакомьтесь с инструкцией, которая находится на стене перед вами. Ну здесь же... Ваше время истекло. Обращайтесь в нашу компанию. Благодарность можете выражать письменно. Удачи! Я, кажется, знаю, как к ним попасть. Ау! Да тут кругом автоматика. Не души. Кого не душить? Никого, пусто. Ладно, кого-то конкретного, а какого-то никого. Но никого нет. Постой-ка, а разве мы никто? Нет, мы кое-кто. Ага, значит, кто-то есть? Да. Вот к ним и нужно обратиться. Кто-то это мы, ты, он, так я. Так помоги мне, наш телефон накрылся. Да нет. Не нет, а да. Неужели забыл? Ну, я не могу. Тогда зачем ты здесь? Ищу работников. Я не хочу тебя огорчать, но мне сообщили, что здесь не души. Но ты и я... Ох, ладно. Может, здесь починят наш телефон? Да здесь телефонное царство! Линия карнавальная. Водопроводная. Пищевая. Цветочная. Волосяная. Спасательная. Цирковая. Аве, линия огня и наклонная. Дональда прямо мумия какая-то. Что ж, теперь сидим спокойненько и ждем звонка. Нет, нет, это явно не меня. А кого? А? 2000 years later. Мышиный дом. Алло, можно устроить чаепитие? Я же сказала, мы не проводим чаепитий. А может, чаепитие наоборот можно устроить? Что желаете? Ну, у нас уже все есть. Что принести? Ха, мой божественный заказ мне принесли уже. Я знаю. Раз они справляются без меня, я могу друзьям помочь.
товарищи Крю! Я за тебя постою тут. Как жизнь, капитан? Я слышал, Питер Пен отрезал вам руку. Ой, пардон. А после скормил ее крокодилу, Дональд хохотал до упаду. Ну, пойду помогу Дейзи. Пока! Хохотал? Дейзи, я тут пересадил кое-кого. Пусть они тут все общаются. Улыбнись. Жизнь прекрасна. Ты что, издеваешься, да? А что это? Вы такой чопорный. И не благодари. Всегда готов. 2000 years later. Кларабель с обзором свежайших сплетен. Тут поговаривают, что эти цифровые штуковины имеют огромный успех. А еще я слышал, как Мини говорила, что у нас нашествие блох. Гуфи, я говорила, что сыр вовсе не блох. Ой, спасибо. И ступай лучше другим помогать. И то дело. Приветик. Я подыграю. Разбежится. Эй, Макс, где отец? Это компактная упаковка. А сейчас мультфильм, посвященный изобретению нашего гения. Том Дрейк в мультфильме из цикла «Том гения». Здравствуйте и добро пожаловать в великий дом гения. Это мой дом, а я сам гений. Перед вами последнее из моих изобретений. Газонокосилка с дистанционным управлением. У-у-у, чертеж очень недурен. Итак, нажатие вот на эту кнопочку дает нам раскаленный электронный лазерный нож. И... Ого, это что? Прощай, садовник, свободен. Проведем небольшой эксперимент. О, прекрасно! Придется слегка ее отрегулировать. Куда? Стой! Стоп! Довольно! Ah!